Вата, всем привет. Меня довели, поэтому извините. Здесь масло я чуть добавила в пюрешку. Сливки. И сливки, да. Яйцо я не добавляю. Я не нарезали эту скумбрию, видите, я совсем чуть-чуть. И замариновали капусточку. Сейчас откроем эти помидоры. Хотим попробовать по одной штучке. Кстати, напишите, может, какие-то рецепты по поводу пасок. Что делать без миксера? Может, вы дадите какие-то порады свои. Да, рецепты напишите. Напишите в комментариях. Потому что блендера нет, я не знаю. Ой, миксера. Боже, всегда путаю. Пюрешку сейчас доделаю. Покажем помидорчики. Я попробую. Думаю, что нормально. Да, Аня? Ты как думаешь? Нормально? Надеюсь. Так, практически я закончила. Сейчас пюре. Не знаю. А вы добавляете вообще пюре, ребята, этот? Молоко. Молоко и яйцо. Я не переношу, когда молоко или там яйцо. Могу сливки, то это вот недавно я начала. Ну да, это когда они есть, то они для кофе были куплены. Да. А так я не люблю, вообще не знаю. Вот представляю сырое яйцо, типа, извините, сырое яйцо может быть, вы знаете, и с листами, и с микробами, и так дальше. Так, Настя сейчас будет пробовать этот помидор. Похоже на мазь какую-то. Почему мазь? Ну, не укропа много добавили. Не, ну, фу. Мазь, которую растирают для спины специально. Фу. Понюхай. Это надо... Фу, да, какой-то запах странный. Ну, в общем, Настя не рекомендует эти помидорки. Все, не расстраивайся, ешь капусточку. Кинула. Ешь капусту. Настя. Да не хочу, мне это уже надоело. Все, я не буду есть ничего. Ну реально, что это? Такие деньги платятся такому магазине, за что? Я пойду сейчас разнесу тот магазин. Честно. Они достали. Сейчас пойду успокоить. Настя. Короче, еле убедила Настю вернуться, это капец. Просто мне уже надоело реально это все платиться. За что это все платилось, спрашивается, отдаешь? Я же говорю, пошли в магазин, захотелось, чтобы мы пошли, что-то купили такое консервированные там помидоры хорошие. Я почему-то доверяла этому магазину, конкретно, как он называется? Микс-маркет. Микс-маркету. Я почему-то думала, что продукты будут более-менее лучшего качества, чем немецкие. За что я отдала деньги, хочется спросить. Уже честно, не хватает сил, уже хочется быстрее выучить. Семечки, кстати, тоже пропавшие. Пропавшие старые семечки, прошлогодние семечки. Это видно, что не этого года, а где-то прошлогодние семки. Это сразу заметно. Один чай нормальный, их чай, хлеб, да. Все. Да, ну и печенье, ладно. Но сам факт, такие наценки делать, я же говорю, мне не терпится, я хочу побыстрее уже, я не знаю, я прям сейчас, я не знаю. Я не хочу есть, я просто начну сейчас немецким заниматься и все на этом. Я хочу быстрее выучить этот язык, чтобы не платить такие деньги за такую баночку, чтобы не сидеть на пособии, чтобы у меня была работа и свои деньги. И да, все. зарабатывать и иметь деньги, да. А не расстраиваться за 3 евро. Потому вот я же... Они думают. Вы видели, вот. Настя психанула, потом я за ней пошла, и она реально говорит то, что ей просто надоело, что она реально мыслями расстраивается, что потратили там нормальную сумму. И ей обидно, что просто ни за что, и она не может нормально пойти и заработать денег, как она работала в Украине, чтобы не расстраиваться за 3 евро, за 5, за 10 евро. Да, сейчас цены поднялись, понимаете, когда мы только приехали, цены были нормальные, ну как бы можно рассчитать было, ну, чтобы да. Чем билет был 9 евро, можно было этот. А сейчас, как бы, извините, нас два человека, две девушки, тоже хочется... Хоть какие-то штаны, хоть свитерок, хоть что-то. С такими ценами, да. И как бы не надо писать, что мы едим, как Юля Стар. Да вы видели, что Юля Стар, во-первых, на халяву уходит тафель получать, там, где люди должны, другие, малоимущие немцы, семьи, которые должны ходить, да. Не она, а люди эти должны ходить и получить тафель. А она просто наглая, жрет тоннами, так еще получает конкретный заработок. Ну, люди просто не понимают, что говорят, от 2 до 3 тысячи евро, что инвалидность она получает. Так, ну, блин, ну, не господи, суть. Просто и тем более. Реально, люди думают, что мы типа кайфуем от пособия. Халявщики, да. Ну, хорошо вам бы так все время кайфовать. Да, он хотел видеть.
А типа писать идите на работу без знания языка, не надо нам это писать. Мы уже свое мнение на этот счет 1000 раз говорили, и мы не будем повторяться. Да. Не просто реально надо сейчас, Насте тоже я говорила за камерой, говорю, давай делать упор на язык, на изучение языка, и не я, надо наверное, расстраиваться. Я, наверное, просто буду просить, я не знаю кого, чтобы мне нашли человека, который я уже просто хочу найти переводчика. Русскоговорящего переводчика, который будет мне переводить немецкий язык. Так я понимаю, что это будет очень долго. И ты мне дали совет. Заниматься с кем-то, с преподавателем русскоговорящим? Да, русскоговорящим преподавателем. Я подумала, может, я хочу уже быстрее. Facebook, время идет, и меня раздражает это все. В очень группу сильно. Напишем в Facebook, может, кто-то и объявится, не знаю. Да, короче, не знаю, есть, не есть. Да еще... есть, конечно. Короче, сейчас покушаем, еще включимся. Да. Короче, ребята, это просто жесть. Скумбрия просто солеющая. Я еще не пробовала, сейчас попробую. Ее есть просто невозможно. Она нереально соленая. Я извиняюсь. Какой контент? Что, они издеваются? Она нереально соленая, да. Я Насте говорю, подожди, не пробуй на камеру, попробуешь. Боже, за что это такое вообще? Что она такая соленая? Я не пойму. Чем они ее солили? Не знаю. Она что, год их солилась или что? Да. А я видела тот рассол. Еще я хотела тебе сказать. Ребята... За что опять спрашивается, я заплатила деньги? За что? Я хотела рыбы, блин. Мне не хватает просто нервов. Да, нету Валди, нету в Реве. Я хотела просто нормальной скумбрии. Думаю, возьму. Думаю, в этом, микс-маркет, да? Да. Их было в этих, в упаковках скумбрия, последний. Я думаю, ладно, не возьму, пойду лучше на раздец, возьму такую малосольную селедочку. Думаю, это тем скумбрия. Более разбираю, ой, селедочку, скумбрию, да. Фу, соленая. Заплатила 3 или 4 евро за эту, не буду говорить. Да. За что, спрашивается, никакая. По виду вроде скумбрия еще жива. Ну, как жива? Ну, не разлазится. Не разлазится? Она нереально ну, соленая. Ну, засолить, ну зачем так солить, я не понимаю. То просто такой чак, кажется, что там магазин создан, я извиняюсь за выражение, для бухаловки. Вот по-другому я не назову это. Все такое соленое, вот это помидоры вообще с укропом, вкус мази какой-то. Тупо мазь. Чтобы закусить, да, и все. Я не понимаю. На пассажок. Ну, да. Ой, не могу, это просто ужас. Ребята, напишите, вы ели в микс-маркете, брали малосольную скумбрию? У вас тоже она была такая мы соленая? Мы тогда один раз брали две скумбрии, одну мы запекали, она была ужасная. Ну как есть? Вторая была с глистами, мы ее сами засолили, то когда мы сами засолили, она получилась вкуснее в 1000 раз, чем вот эта. Ну реально. Ой, жесть, ладно, будем как-то есть, что делать, ну, другого нету. Так, Настя уже успокоилась. Настя, ты до сих пор... Ой, что у меня с голосом уже каким... У меня лезь. От переизбытка соленого. Походу, все, ты Настя, уже рассмешишь. Все-таки, да, красивая у нас темная кроссовка. Все. Короче, ребята, сейчас собираемся. Ну как собираемся? Я лежу, Настя собирается. Сейчас Настя принесет нам табак. Накрутим в дорогу сигарет. Козочка, шо? Молоко принесу в семью. Накрутим в дорогу сигарет и пойдем в один интересный магазин, который нам посоветовала Алла в комментариях. Потому как мы все-таки, скорее всего, будем печь пасочки. Да, Настя? Да, я хочу. Сейчас завтра чисто четверг. Сейчас ну, мы сейчас так уборка пройдемся. Уборка еще одна конкретной комнаты этой. Да, мы слушайте. Сейчас мы пройдемся, посмотрим дрожжи. Дрожжи! Дрожи. И этот. И включимся, наверное, будет это уже следующее видео. Да, что и за магазин? Видео покажем вам, что там. Насчет этого всего я очень расстроена, ребята. Напишите комментарии, вы расстраивались, когда шли, куда вы уже приходили? Настя, это все просто из-за того, что нехватка денег и хочется идти зарабатывать и ни в чем себе не отказывать, а не расстраиваться. То, что маленький, ну, не поэтому хватает денег. Поэтому я сейчас бегу за табаком. Хочу выкурить свои последние нервишки.
как там пишут, вы курите, кола, да, курим, это не прекратится, пока я не выйду на работу, не выучу язык, и я не перестану, потому что, понимаете, когда вы в дома сами, вы занимаетесь немецким языком без преподавателя, и вы пытаетесь сами в этом как-то разобраться, а оно не получается никак, никак не получается. Короче, у нас сегодня нервовый срыв, так что... Деньги, ветер, вот так. Все, хватит уже. Я не хочу, все. Все, ребята, прощайте. Включимся, пока.